нет, если вы знаете. Ну, можно я этого места встану, заикрою. Спасибо Саше Чернецкому, Саше Гордееву. Приятно, когда люди приезжают за свой счет из других городов, чтобы каким-то образом помочь другим людям. Дай Бог им здоровья. Мы сейчас едем на дорогие гастроли. А я хочу особенно сказать спасибо музыкантам, не только тем, которые Илью знали и в одном потоке с ним находились. Сегодня очень много молодых групп, которые об Илье знают понаслышке, знают по текстам, и тем не менее правильно все понимают. И в этом надежда и нашего рок-н-ролла, и нашей культуры, и нашей литературы, что Илья Кормильцев будет транслироваться в будущее. Когда мы писали с Ильей альбом «Химический ангел. Чужие», много песен записанных туда не вошло. И вот была одна замечательная песня, которую мы записали, но следов ее где-то нет, может быть, найдется. У нее замечательный текст, в котором весь Кормильцев второй половины 90-х годов. Позвольте, я вам зачитаю, пока включается группа «Юта». «Городской партизан». Этот город змея, этот город дракон, он обвивает меня со всех сторон. По позолоченным помойкам я бегу в никуда. Под ногами асфальт, под асфальтом вода. Люди в небоскребах ненавидят меня за то, что они не такие, как я. Они украли мои песни, убили любовь. Но рано или поздно мы встретимся вновь. Я городской партизан, я прячу самодельную бомбу в карман. Я городской партизан, я скорее умру, чем сдамся вам. Я городской партизан, вам не ударит никогда по моим тормозам. Мне хочется остановить на миг потоки машин, усеять улицы осколками стеклянных витрин, оборвать телефоны и выключить ток. Тогда каждый поймет, как он одинок. 10 тонн кислоты в городской водопровод, чтобы каждый понял, как он живет. Я знаю за собой лишь одну вину. Я просто ненавижу эту страну. Останкинская башня с надсадным скрипом медленно падает, словно потухшая черная свеча, и протыкает острым концом своей иглы варикозную шишку купола храма Христа Спасителя, откуда вырываются языки пламени и черные клубы дума, и вылетают с пронзительным писком испуганные бесы в епископских клубуках. От нестерпимого жара Кремль, как восковая декорация, оседает в Москву-реку, и все заволакивает клубами пара, речное дно лопается, и под ним открывается бездна, на самом дне которой видны башни, крепостные стены, затонувшие Атлантиды. Земля расступается все шире и шире, дома, деревья, машины, все падает в бездну. Удивленные рыбы кружат вокруг медленно опускающихся на дно трамваев. Постепенно все успокаивается, я стою на берегу огромного озера с теплой зеленой водой. Я просыпаюсь в 4 часа утра, я снова видел сон, во всем виновата жара. Автоответчик на кухне смотрит красным нулем, он будет говорить, когда мы все уже умрем. Смысл нет ни в чем, смысл нет нигде, никто и никогда не ходил по воде. Или я заблуждаюсь, но небо молчит, партизан бывает счастлив лишь когда он спит. Я городской партизан, я гуляю по высоковольтным проводам. Я городской партизан, я даю сегодня волю своим мечтам. Я городской партизан, вам слабо приказывать моим мозгам. Я городской партизан. Вот такое замечательное стихотворение, настоящее партизанское стихотворение. Спасибо Олегу Вавилову, который издал вот эту книгу, еще при жизни Илью успел. Илья поместил туда свои отборные стихи, прозу, эссе, очерки. «Никто из ниоткуда». Книга называется, ищите, покупайте. Но, правда, Олег Вавилов, издатель, сказал, что их 15 штук осталось, он ходит по залу и пытается подарить кому-нибудь их. Если найдете Олега Вавилова, возьмите у него эту книгу. Я надеюсь, что он напечатает еще один тираж. Книга «Никто из ниоткуда». А теперь рад представить вам мою любимую певицу Юту. Она...
Ваша любимая тоже. Она из Екатеринбурга, она одних корней с Ильей. В общем, по этому поводу говорить ничего не надо. Я хочу только в этой связи сказать с появлением прекрасной певицы на сцене, я хочу сказать, что Илья был настоящим рыцарем, кавалером. Он, как никто, умел чтить и любить женскую красоту, женское искусство, женский талант и вообще женскую постась в божественном смысле этого слова. Юда! Здравствуйте, ребят. Я, наверное, ничего не буду говорить про Илью, потому что я не очень хорошо знала его лично. Я думаю, его творчество говорит само за себя. Я что хочу сказать? Спасибо вам, что вы пришли, проявили вот это неравнодушие. Это очень важно. Спасибо. Thank you.
снова это и улетало, где пахли дымом. Yeah.
падает пепел, сколько живо нелепо окно. Ты, ну а ты ничего не заметил, дурочка, не Галилея любовь. Все это организовано.